Вопросы организации пассажирских перевозок сегодня глава Чувашии обсудил с начальником Горьковской железной дороги. Сейчас Анатолий Лисун объезжает регионы округа и проводит рабочие встречи с их руководителями. Подробности у Дмитрия Ковалева. Рабочая встреча с руководящим составом Горьковской железной дороги позволит сверить часы и решить острые вопросы, отмечает глава региона. Напряжение снимается рабочего характера. С другой стороны, и ваши должностные лица, и мои министры работать начинают на результат. Каждый год начальник дороги обязан объехать всю инфраструктуру. И вот у нас третий регион, который мы объезжаем здесь в рамках Казанской территории. Везде встречаемся с руководителями субъектов. Поэтому любые вопросы, которые к нам будут, мы готовы обсуждать. Подсчитано, что поезда по-прежнему остаются одним из самых востребованных видов транспорта, особенно в пик дачного сезона. С начала следующего года пассажиры смогут сэкономить на билетах, выбрав невозвратный тариф. И что характерно, мы увеличили количество составов, и везде есть спрос. Особенно праздничные, предпраздничные дни. Всегда мы дополнительные поезда, это тяготение прежде всего на Москву. Стороны обсудили и реализацию инвестиционных проектов. В РЖД республику называют надежным партнером. Объемы выпуска продукции растут. Наши организации будут иметь еще дополнительные инструменты, чтобы, замещая импорт, наши производители под брендом «Сделано в России» продавали, участвовали. Олег Валентинович на это, как бы сказать, смотрит тоже очень благожелательно. Новые возможности для предприятий республики откроет и реализация проекта ВСМ «Москва-Казань». Начало строительства высокоскоростной магистрали намечено на следующий год. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.